Всем не баг, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека. Сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием The Flame in the Flood. Тонущий огонек. Мы плывем на плотике, который пока еще не тонет. Пока еще. Еще все нормально, да? Плывем по бескрайней огромной реке, которая вышла из берегов. Которая намерена затопить все вокруг, да? Все берега, если мы не доберемся до конца этой игры, до некого места Н, города Н, наверное, да? Тута! Снова тута! И снова тута! Мы уже проплыли 31,1 километр, мы уже живем 39 дней. Это очень-очень-очень неплохие показатели, хочу вам сказать. И у нас здесь очень неприятные пороги. Давайте попробуем их обойти. Вот с этой стороны, тут более-менее просвет я такой вижу. Аккуратненько сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот сюда. Да. Вот сюда именно. Потому что там справа там жестче было. Нет, не дало. Хотя я мог бы, наверное, моторной лодкой воспользоваться. И мне кажется, я бы вырулил. Ну, ладно. Лучше я вот так вот. Кстати, вот на станцию эту надо будет попасть. Надо будет сейчас аккуратненько как-нибудь на нее все-таки попасть. Нам очень на нее надо починиться. У нас подкосанный кораблик. Причем я на халяву могу еще починиться. Даже у меня есть эта закладка. Так. Она меня как-то так отдаляла. Все время не хотела, чтобы я чинился. Но нет. Я починюсь, спасибо. Я починюсь. И я чинюсь. Та-да! Шикарно. Ну что ж. На все остальное у меня, тем не менее, ничего не хватает. На плитку, на защиту, на это все. У нас не хватает просто-напросто вот этих штук. Где они вот... Да. Видишь, я все равно могу только две сделать. А нам минимум три надо. А это, да, дорогого стоит. Нам еще нужен верстак, чтобы наделать себе швейных наборов, чтобы сделать себе оставшиеся вещи для из волчьей шкуры, да. Но пока верстак не был найден. Пока, к сожалению, он не был найден. Так что плывем. Так что просто плывем дальше. По-тихому, тихому. И доброжелательному на данный момент к нам течению. Река очень благоволит нам. Но до поры до времени. Да. Женя накаркал. Чуть-чуть так, самая малость. Снова лес. Очень много лесов. Очень много лесов. Это дикая реально местность. Так, у нас есть здесь, смотри, вот церквушка. Может быть, стоит на церквушку как-то попасть бы стоило, но... Я туда просто не попадаю, но я попадаю в лес. В лесу снова нас будет ждать наш волк. Я практически в этом уверен. Красный волк. Огромный волк. Если мы его прогоним... С помощью стрелы. То... А сколько у нас там стрел, кстати, осталось? 6 стрел. То есть останется сейчас 5 стрел. Ну и где ты? Где ты? Он убегает все время от нас. Ну что ж такое? А вот мы можем еще одну стрелу сделать. Вот это хорошо. Тряпочки и кремень. Мне бы бревнышки лучше давали, чем тряпочки и кремень. Это у меня в достатке. И тряпочек, и кремня. Так, еще одна стрела. 6 стрел снова. Быстренько пробегаемся по этой территории, ибо все равно здесь ловить нам, кроме вот плюх от этих змей, нечего, да? Вонючее мясо можно сделать. Это хорошо, отравленное. Ничего нету. Осматриваем местность. На наличие халявки, конечно же. И уходим, если таковой здесь не будет. Так, Миша. Тихо. Он днем спит, а вот ночью он активен. Так, не-не-не, я ухожу. Лучше я не буду мимо него проходить. Потому что он скажет: парень, ты что, прифигел? Припух немножечко, это моя территория.
Так, саженец. Все, уходим тогда. Нет тут больше ничего ловить. Что-нибудь могу сделать? Нет, нет, нет. Протухшее мясо. Кстати, мясо поесть, поесть. И вот это надо поесть. А это надо пожарить 4 дня. Так, вот это поесть. Хищник. Нормально. Нормально. Нормальненько так. Жалко, что не показывают, вот как, допустим, долговечность, следующие 15% на ящике, также не показывают, допустим, долговечность на мясе. Я понимаю, что это не реалистично и все дела, но все равно было бы намного-много удобнее. Да. И водичку немножко поправили. Стоит ли пить еще воду? Да. Лучше попью, чем не попью. Тем более мы можем сейчас сразу же ее и восполнить. Такс. Готово. Сколько у нас там шкур уже на данный момент? 6 шкур. Это 6 вот этих вот наборчиков специальных. Отплываем. 6 наборчиков, это хорошо. Эти наборчики в любом случае пригодятся. Там минимум нам 2 нужно на одежду нашу, да? И еще можно будет увеличить наш наборчик, рюкзачочек. То есть, да? Лагерь. Вот лагерь, лагерь, лагерь. Дай бог, чтобы в лагере был, блин, там пороги сразу. Интересно, смогу ли я выплыть, вот так вот, выплыть отсюда? Контрольная точка 9 из 9 регионов. А почему? Было 10. Один регион куда-то исчез, ребята. Один регион куда-то просто-напросто исчез. У нас плохое снаряжение. И это выглядит как что-то типа мини-города, в котором мы когда-то уже были. Есть лагерь. Лагерь есть. Это очень хорошо. Плохое снаряжение вылечено. Потому что я... Где? Ты. Он убежал снова. И он не уходит, смотри. Смогу ли я его убить? Да ладно! Я убил взрослого волка. В этот раз он не убежал от меня. Это было здорово. Я ачивочку выполнил? Ну, не ачивочку, а просто квестик игровой. Но это было здорово, ребят. Ой, быстро-быстро-быстро к костру. У меня очень плохое самочувствие. Делаем вонючее мясо. Так, садимся. Делаем сейчас вонючее мяско. Из сырого, наверное. Наверное, из сырого лучше сделать, да? Да, вонючих мяс. А, это я с приготовленной сделал. Вот так, да. Так, хорошо. Очень хорошо. То есть два вонючих вот у нас есть, одно приготовленное. Вот это надо будет съесть. Сколько оно получается у нас? 35 голода. Ну, еще терпимо. Еще у нас это терпимо. Вот это выбросить. Или мы можем сделать тряпок. У нас есть тряпки. Хорошо, делаем бинтик. Ну, сразу бинт сделали. 6 тем более. Очень хорошо. Оно в одно стакнулось. Это очень хорошо. Так. Это что? Кинем туда. Это тоже кинем сюда. Юка приготовленная. Употребить все. Не, питательные вещества, они... И она безвременная, так что не будем употреблять. Ух ты. Шкура взрослого волка. Давайте-ка посмотрим. Шкура взрослого волка. Что-нибудь крафтится из шкуры взрослого волка? Вот, смотри. О, да, детка, да. Да, тут мега-куртка будет. Ну, медвежий, конечно, да. Окей. Давайте поспим. Часика 2, я думаю, будет достаточно. Спать. Часика 2. Восстановимся. Сон наш. Нормально. Нормально живем, а чё? И мы 9 из 9 регионов проплыли. По идее, нам там не особо много-то осталось плыть. О, можем пенициллин. Я не могу прямо сейчас сделать его. Нет, это надо у костра. Таблеточку сделаем сейчас. Ну, чтобы место чисто терять, ну, просто вот визуально не занимало. Ну вот, дождь. Пока
Я успею. Сырость вылечен, и сырость все. Я пока не выжил из инвентаря, мы можем пожарить оставшееся мясо. А, нет, уже все. Да, уже не можем, типа. Ну ладно, ладно. А, я не прогулялся здесь дальше. Так. Хватаем, что найдем. Обдуванчик. Хорошо. Да богатая, богатая местность такая, знаете. Если скоро довольно конец игры, то это такое, типа, на, отдохни. Наконец-то. Ты можешь себя почувствовать хорошо. Тряпочки. И... еще пенициллинчик. А, вот еще, смотри. Халявка. Еще тряпочки. Ну что ж. Спать нам... Хотя я не поспал. Вот, я не поспал. Спать два часика. Часика два. Спать. Вот, теперь-то тут мы сможем поспать. Может и дождик прекратится как раз таки. Нет, нет. Ну, на нет, как говорится, и сюда нет. Но зато поспал. Зато я поспал. Давай. Беги. Так, быстренько смотрим, что мы можем тут делать, а что не можем. И что нужно, а что не нужно. Ничего не нужно, все можем, да? Да. Едим вот это мясо. Просто, чтобы оно не захламляло. 15, я понимаю, но все равно. Переместить в козопу. Переместить в плод. Переместить в плод. Да. Переместить в плод. Выбросить, значит. 5 шкур у нас есть, я думаю, это более чем достаточно. Все, уплываем отсюда. Ну что ж, ребят, посмотрим сейчас. И музычка. И-ха! Так, стоило оно того? Не знаю, стоило ли оно того, но, по крайней мере, я не по вот этим вот... плыву, да? А, по нормальной дорожке, более-менее. Так, 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 тихо, 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 вот сюда выплывай. Опа, магазинчик, два магазинчика. Вот, кстати, вот здесь может быть, это здесь верстак. Здесь стопудовый верстак, нам нужно туда. Так, в любом случае, как бы то ни хотелось, как получится или нет, нам стопудово нужно сюда. Да, я сюда приплыву. Да, детка, да. Да, 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 да. О, да, детка. Мне пофиг, всех врагов сейчас там раскидаю. Часто бывает материал для улучшения, всегда имеется верстак. Есть тут кто? Подожди ты со своим рогозом. Ты видишь, что у меня здесь? Халява какая. А вот и верстак. Есть тут кто живой? Никто не нагрится на нас. Так, все, погнали за кроличьей шерстью. Шкурой. Нам нужна шкура. Кроличья шкура. Больше мне ничего не надо. Так, готово. Подожди, мы можем что-то... вот это пересделать на тряпки. Так. Ну, это оставлю. Хотя оно мне не надо. Плод. Да. Нам нужна шкура. Дождик меня не радует, конечно, ну да ладно. Так, что, почему? А, болты-то я выбросил. Зараза. Я забыл, что там еще и болты нужны. Хотя нелогично, какие-то вообще заплатки, на которые нужны болты. Это вообще в какой вселенной такое может быть? Ну да ладно. Так, переместить ее в сумку. И давай-ка я воду поскидываю. Плот. Плот. И в плот. Да.
все. И да, детка. Так, что мы можем сделать? Смотри, мне нужно из волчьей кабаньей шкуры. Так, штаны и сапоги мне нужны. Штаны и сапоги. Ага, ага, понял. Одна, одна. Это сапоги, а штаны? Штанов нету. Из кабани только есть шкура. Так, из взрослого. Пойдем взрослую шкуру возьмем. И обычную шкуру еще. Слушай, шикарно. Наконец-то оденемся. Наконец-то приоденемся так, как мы этого хотим. И так, как мы этого... А, подожди. Оно все у меня. Нет? Вот, а вот. Так, в сумку. А почему я, допустим, не могу из взрослой? Вот одежда из взрослого. Чего мне не хватает? Соберите ингредиенты, чтобы разблокировать это... Ну, я все ингредиенты собрал. То есть два надо, да? Блин. Может, костерчик где-то здесь поставить рядышком? Труд. Чтобы подсохнуть. А то температурка-то падает. О, вылечено, хорошо. Так, делаем еще одну. Вот эту штуку. Да, из взрослой шкуры. Шкуры. Так, взрослый, вот, да. О, да, детка. Так, смотрим. Это из волчьей шкуры. Сколько тут плюс стрелочек? 3, 6, 8, да, вроде? А тут, ну, о-о-о-о-о. Так, экипировать, конечно же. Хорошо. Сразу вот это. Нет, нет, не это, вот это. Сделать тряпки. И давай как дальше крафтить. Мне нужно что еще? Мне нужны волчьи, волчьи. Так, штаны и сапоги. Штаны и сапоги. 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 Чуть-чуть, да? И это волчий, это кабаний. Делать тряпочки. И штаны остались. Но штанов почему-то не было. Вот, кстати, штанов из волчьей шкуры я не видел. Тепленый. А вот, волчьи шкуры. Надо два... У-у-у. Это, конечно, да. Сколько я могу там еще их сделать? Три. Ну, три как раз. Так. Штаны. Иха! Штаны из волчьей шкуры экипировать. Очень холодно. Нам очень холодно, но пока терпимо. Так, из кабани сделать тряпки. Ну что ж, мы полностью такой, знаете, волк. Полностью волк. Конкретный такой волчара. Можем еще увеличить наш рюкзачок. Я что-то сделал не то. Я что-то сделал не то. Увеличалка для рюкзака, она требовала две кроличьи шкуры. Именно кроличьи шкуры, а не вот эту штуку, да? Да, я ее зря сделал. Ну да ладно, пригодится. Так, что? Ну, на самом деле все хорошо у нас. На самом деле все у нас хорошо. Лутаем дальше. Я не могу. О, твою мать. Да ну, блин, он меня подсек как раз. И дождь опять начался. Фигово, слушай.
Так, есть. Вот это использовать. Хорошо. Мяса нету, надо пожарить мясо. Да и поспать надо будет попозже. Кабанчика я тут как раз таки и не приметил. Это фигово. Забрать все, температурка наша падает. Забрать. Так, тут я уже вроде лутал. Или я не успел. А, поживиться вот солька. Кстати, мы тут вот поспать можем, да, пару часиков. Сумах, полный инвентарь, алоэ, да. Одуванчик. Ну, давайте тогда поспим. Два часика, я думаю, поспать можно. Да. Два часика. Еда у нас вроде бы была. Так, а волк-то пришел откуда-то. Я слышу волка, но у меня стрел нет с ним сражаться. Хм. И где он? Ага, вон он. Ясно. Так, наступило утро, но все равно. Так, плод. Плод. К Эзопу. Это все пожарим. Это в плод. Места больше нету, да? Птицу одну с собой потаскаем, а вот это тоже в плод. Так, мяса у нас нету. Вот уюку употребить все. А, приготовленные. Питательные вещества 10 дней. Это употребить. Просто она может испортиться. Я могу ему закинуть мяско, пусть жрет. Да? Опа, так. Кушай. Кушай, мой сладенький. Кушай, мой тощенький. Чё-то тебе плохо, да? Не в ту кишку пошло. Ну, бывает. Не в то горло, точнее, как говорится. Рогоз. Рогоз, забираем весь рогоз. Рогоз тоже хороший, даже как еда. Он везде пригодится всегда. Попить водицы скоро надо будет. У нас водица уходит уже. Саженец. Ой, тут поспать можно. Крючочек. Халявка. Веревочка. Швейный набор обеспечен. Спать не надо. Тогда выпьем. А, кстати, мы выпьем и сейчас наберем... воды сразу такой, кипяченый. Ну, нормальный, дождевой. Который можно попить. Вот, чигардос. Это выглядит как план. Так, сбрасываем шкурку. Плод Эзопу. Куча мяса, 4 мяса. Надо бы их жарить обязательно, потому что она будет тухнуть. Довольно скоро оно начнет тухнуть. Кроликов здесь не было. Это перемещаем в плод. А, не было места уже. Уже потратили, да? Угу, по всей видимости, да. Обдуванчики, куча обдуванчиков. Вот это все. Давай употребить все. Что оно валяется у меня? Просто так. Ну что ж, плывем дальше. Да, просто отплываем. Попробуем дальше отправиться гулять. Мы полностью в волчьем обмундировании. Я на самом деле этому рад. Так, магазинчик. Часто имеется алкоголь. Ничего из этого нам не надо. И вообще, вы знаете, я не знаю, стоит ли мне вообще здесь находиться сейчас. Потому что, ну, все у нас есть. На самом деле, все у нас тут есть. Давайте тут заберем. Единственное, что у нас минус, это... обмундирование наше. А так у нас все хорошо. Тряпочки. У нас этих тряпочек хоть жопой подтирайся. Серьезно. Еще банка.
О, вяленое мясо, нифига. Это как бы нежданчик, вяленое мясо-то. Рогос! Инвентарь полон. Это переместить к Эзопу. И заберем рогос. А еще знаешь, что мы? И еще больше обнаглеем. Мы наберем воды. Кипяченый. Да. И съедим весь рогос. Ха! Короче, да. Чухаем себя хорошо. Достаточно хорошо. Эта игра слишком много прощает. Серьезно. Эта игра слишком много прощает. Зря я это выбросил. Что я хотел? Я хотел вот это вот переместить в плот. Собрать это и сделать швейный набор. Я же могу его сделать. Да, я могу его сделать. 10 швейных наборов. У нас, да? Хорошо. Плывем дальше. А вот здесь надо будет аккуратненько. Я не знаю, как там нам аккуратненько сейчас выплыть, потому что там такая каверзная ситуация сейчас. Ну, давай, вот-вот-вот. И лагерь. Лагерь. Только лишь лагерь. Ой, это какой-то интересный лагерь. Я таких не... Огромный. Огромный какой-то лагерь. Лагерь Дюран. Часто имеется кремень, всегда есть горящий огонь. Мне бы костер. Это большой, большая территория, большой лагерь, в котором есть доски. Вот. Вот. Досточки, да. У меня нет стрел. И я, вы знаете, что думаю? Это очень грустно, вот что я думаю. Почему-то я не могу в эти дома заходить, хотя раньше я в них спокойно заходил. Очень много мест, которые раньше лутабельные были, сейчас же нет. Вот там можно наверняка будет поспать. О, да, досточки. Да, досточки. Ребят, ну что ж, на этом тогда мы сегодня закончим. Огромнейшее всем вам спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Впервые на канале, не забывайте, что вы всегда можете подписаться. Это бесплатно, халявно. Вот, я ложусь в спадки. И вам, наверное, советую, если вы это вечером смотрите. Всем удачи, до скорого. И не унывайте, ведь мы не унываем. Пока.